Добрый день, меня зовут Щукин Андрей Алексеевич, у меня был мастер-класс по сценическому мастерству для вокалистов на фестивале Signon Open Air Fest. Мне важно было попробовать зацепить базовую проблему, связанную прежде всего с тем, что называется фокус исполнителя, когда человек непосредственно выходит на сцену и, так сказать, те возможные приемы, посредством которых можно попытаться собрать свое внимание и быть целесообразным и продуктивным. Это очень сложная и непростая тема. Теоретически ее можно рассказать довольно быстро, что я и сделал, а вот практическое освоение ее требует, конечно, серьезной работы и просто времени для того, чтобы поверить в то, что артист может управлять своей природой. Это очень непростая тема, и, так сказать, я далек от мысли, что все сразу все, так сказать, услышали, поняли и сказали: «Боже мой, наконец-то мы услышали главное». Вряд ли. Но как некий, что называется, еж под череп, надеюсь, что-то произошло. Но это мои надежды, реальность может быть отрицательной. Спасибо.